я к чему говорю. Давайте, я пока являюсь сборщиком, как паук паутине, фотографию показывал. Пусть это, а потом это все нужно науке. Почему? Это время мое законное, еще 45 минут. Как мы договорились? 2 часа плюс 5 минут плюс час. Итак, что на самом деле происходит? Потом мой брат возьмет, вырежет кусок. Как назовется этот кусок? Может быть, обращение к науке еще как-то. Понимаете, была жесткая система. Сейчас она существует только для виду. Она работает холостую, как мельница крутится, а зерна нет и молоть нечего. Она крутится по инерции. Итак, высшие учебные заведения должны производить специалистов. Я не называю ни фамилии, даже не называю, не намекаю. В одном случае колледж, в котором вся милиция училась, потому что им надо было дипломы. Нет, они не пошли в агрономы, милицейские. Им надо были дипломы для карьеры. Вот, в другом случае прошел целый курс, закончил, а по профессии оказалось работает 2 человека. А для чего тогда весь курс учился? Ради бумажки, так дураку ясно. Вот, высшее образование. И вот получается, что, допустим, из этого курса вдруг бы их сказали, обязательно, помните, как в Советском Союзе, обязательно отработка про специальность. Хочешь, не хочешь, со слезами на глазах, им питомник, и в ГСУ, и в НИИ. И будет с этой милой работать, вот 5 лет. А еще, не дай бог, еще и в этот колхоз, промышленный сад, который должен яблоки, груши, сливы производить. Пришел туда, а кто ж тебе даст-то возможность работать? Это еще ты агроном, высшее образование. Ты должен тут же назначить мастером, старшим мастером, этим научным каким-то там руководителем, зам по науке, и ты должен, а ты же ни хрена не знаешь. Вот сегодня они не знают ничего. Сад выручить смысла нет, да и учиться смысла нет. Вы скажете, ну еще бывают и экологи, да, у них тоже сельхозобразование. Да, бывает. А чем они занимаются даже по специальности? Они могут хоть один завод остановить? Пробовали. Не повезет, пристрелят. Повезет, просто выгонят к чертовой матери, чтобы не путался под ногами. Вот и вся экология. Попробуй суйся. Тоже получается все в холостую. Ну это ладно, выпустили, а ничего не умеет, не принимает. Ладно, возьмем, допустим, уже не научно-исследовательский институт. Святое, должны производить новые сорта, да еще ранированные. Произвели, скрестили, вот, опылили, кастрировали. Презервативчики, я специально утрирую, кисточка, создали. 5-10 лет ждем. Дождались, какие-то должны, все это горы бумаги. Наконец, по признакам уже появился как бы новый сорт. По науке, чтобы новый сорт вырасти, нужно вырастить 2-3 тысячи деревьев. Йоу! И тогда, может быть, один получится. Наконец, получили. Отправили его, ну, а что такое сорт? Он настолько должен быть устояться, чтобы уже дальше из косточки, семечки, вот он будет теперь таким всегда. Но это невозможно, он обязательно должен второй родитель. Презервативчики, всю жизнь его не будут. Бессмыслица. А второй партнер половой, а их было да не один, не два на одном дереве. А они еще зимостойкость испортят, морозостойкость исправят не на ту сторону. А далее его на испытание идет следующий, идем вниз. Вот, собственно, испытательные участки. Должны испытывать опять горы бумаг, продукты, кто там, они никому не нужны. Но по ходу, месяц за месяцем, чтобы явно показать, что ты в саду, что ты успел еще там померить, вот то, а вот это, таблицы, схемы. А потом, один прекрасный зима, все это к чертовой матери померзло. Не забывайте, что такое Красноярск, Новосибирск, Томск, Омск, Тюмень. Везде давно наши растут. Почему? А потому что мы прививаем на мороцейке подвое. Ай-те-те-те-те. А если даже они не привитые, а берем, допустим, сельцевые, а почему они у нас не дикари? А потому что
у нас это сочетание получилось такое, а внедряется с помощью вегетативной гибридизации, морозостойкость к культурным сортам, культурность не морозостойким сортам, ой, этим, ну, в общем, поняли меня. Вот. Совершенно другой путь. А еще ниже они теперь даже в питомниках размножаться по всей России десятками, сотнями миллионов. Эти десятки, сотни миллионов рынки забиты, забиты, забиты южными, которые все до единого помрут. Кто их остановил, чтобы дать им вздохнуть нашим? Наших, этих самых. Понимаете, что такое там за морями, за долами, за тысячи километров, несмотря на то, что впереди перевозка, а это огромные деньги тратятся, привозят это фактически мусор, но дешевый, а нашим-то никогда вниз уже не промозгой, речь идет о себестоимости. Несколько раз выше себестоимость. Надо, чтобы наш купили за 1000, за 2, за 3. А кто же купит-то? Вообще навешали и берут у этих самых. Даже не обращают внимания, что у них глаза узкие. Даже на это не смотрят. Я бы скажу, откуда привез. А мне, пойдем, говорит, перетрем тему. А я кто? Инспектор, я просто шел мимо. Значит, перетирал, шел, знаешь. Я же взятки давал. Вот и выгони и попробуй. Ну, все, я сказал. Вот такая у нас эта система. Жду, когда наши придут. Может, кто-то из вас, друзья. Вот теперь я закончил разговор. Тут написано «Заказать семена в каталоге Железова». Тут, правда, написано 21 год. Ну, это Антон Валерьевич не успел изменить эту самую цифру на 22. Ну, не беда. Вот. Чтобы продолжать это богоугодное дело, мне нужно продать некоторое количество семян и продержаться год, два, три. Сейчас я делаю запасы несколько лет вперед. Вот. Я делаю запас для Шпицбергена, для вечного хранения, там под вечной мерзлотой. Вот. Часть, чтобы все попали во все сотни, тысячами, вот допустим, тысяча в один, второй, в десятый, вот уже 100 научных учреждений, вот уже 100, 100 тысяч семян и в тысячу хватит. Нет, сотню хватило по тысяче. И тогда начнется бум, страшный бум. Вот. Плюс агротехника, особая агротехника. В двух словах, руки прочь от дерева. Вот. И от почвы, и от деревьев. Вот и все. Вот на этом я заканчиваю разговор. Закажете семена, не просто мне поможете, как некоторые говорят. А вдруг она на экологии, как другие говорят, а я прямо на улице посажу. Вот это самые благородные люди. Жаль, что таких людей меньше, чем пальцев на одной руке. Я все равно на вас рассчитываю, друзья. Вот. Как говорил этот самый. Моя добыча, твоя добыча. Ну все, прощаемся. До свидания.